Это черный аист. Он отсутствовал на этом гнезде с июля прошлого года. Куда он улетал, неизвестно. Почему-то он пропал. А год назад, в 2019 году, он появился здесь, на гнезде, на остатках гнезда старого, еще в апреле. И стал трудиться тут же, выстраивать, восстанавливать это гнездо почти с нуля. Его осталось, ну только там остатки остались жалкие. Ну, у меня это было тоже зафиксировано на видео. А сегодня, 2 мая 2020 года, и вот этот аист появился впервые. Я здесь смотрел его на трансляции, но не записывал. 1 мая, то есть вчера он появился. Я включил компьютер, вот с этой трансляцией, которую сейчас я веду здесь, ну, записываю видео. Значит, я его увидел на трансляции этого латвийского фонда. Природы в 7 утра, как включил вчера компьютер. Ну, а там посмотрел я чат записи этих наблюдателей, которые ведут наблюдения. Сейчас 6 сайтов, на 6 сайтов из Латвии ведутся вот эти трансляции. Там сказали, написали, вернее, что этот черный аист появился вчера в 6 часов утра. В 6 утра, даже чуть раньше там. В 5:50, что ли, где-то часов. Ну, то есть рано утром прилетел. И когда я, значит, стал смотреть эту трансляцию, видимо, этот аист после длительного перерыва, а они, значит, зимуют где-то, ну, если он улетал уже в июле, хотя маловероятно, что в июле они улетали уже на места, значит, летнего, вернее, осенне-зимнего, значит, сезона. Так вот, он откуда-то прилетел, чувствуется, что, ну, длительный полет был, и стал сразу же, вот встал на эту остатки гнезда и начал свои перышки охорашивать, можно сказать, очищать. И долго-долго этим занимался, но я на видео это не стал записывать рано утром, вот это в 7 часов, но смотрел эту трансляцию. А потом, через какое-то время, там, может быть, через полчаса, смотрю, он стал клювом теребить эти остатки гнезда, как бы его прихорашивая, перекладывал
Вот. Эти остатки веточек немножко так в круг их складывая. Посидел, посидел, а потом лег и прилег и, видимо, отдыхать стал, когда чуть-чуть прибрался в гнезде. Ну, все это время он, как бы, когда уже лег, вот то лежал вот примерно как сейчас, такой, в таком виде, и всю его красоту не видно было. Его вся красота предстает, значит, перед нами только тогда, когда он встанет во весь рост, и перышки будут видны с переливами такими цветными. Вот сейчас едва-едва это только видно, чуть-чуть ниже его головы. А когда он встанет, вообще красавец. Так вот, я очень обрадовался вчера, что он появился в гнездо. Ну, пока он, да, и где-то вот так полежав, вдруг он исчез, улетел куда-то. И до вечера я смотрел, подключался временами к этой трансляции, даже вечером уже, когда темнеть начало, там все птицы на других трансляциях были, а вот этот черный аист куда-то так и улетел, и не было его. Ну вот сегодня я включил, значит, эту трансляцию и смотрю, там сначала можно вывести вид со всеми птицами в гнездах, а потом можно переключиться на выбранное какое-то одно, какую-то одну трансляцию. Ну вот я всех сегодня посмотрел, где-то около 12 часов дня, и смотрю, и этот появился черный аист. Вот я сейчас, уже времени сейчас 12:35 часов, ну вот я и включил его. Это гнездо находится где-то возле городка Сигулда. Сигулда, это там есть трасса. Ну, для спортсменов саночного спорта. Ну, там не только санки, там и другие вот на полозьях, которые гоняют с огромной скоростью. Извилистые такие эти повороты, трасса такая. Ну вот, в окрестностях этого городка Сигулда и находится это гнездо. Так вот, смотрю, он сегодня погода пасмурная, но здесь еще в Сигулде, в ее окрестностях не видно, чтобы дождь шел, но уже гром слышен. Вот сейчас был, когда я включил видеозапись. Значит, но дождь обещали, и он идет. Там такая туча продолговатая от Финляндии и до Польши, но очень узкая эта туча. И вот она накрывает сейчас и узкой этой полоской Латвии. Ну, где-то шириной это от Риги и дом примерно, ну, где-то около Тукумса, наверное. То есть от Тукумса до Юрмалы и Риги. Ну, здесь уже у нас в Юрмале мелкий такой дождичек
выпадает временами, кратковременный такой. Но погода сегодня пасмурная, и, как и обещали, в ближайшие 2 дня будет такая погода. Но вот будет ли возле Сигулды, вот, в тех окрестностях, что видно, дождь, и какой сильный, посмотрим, увидим потом. Но ветер видно, что уже сильный. Шум вот здесь слышен среди гомона птичьих голосов. Я немножко прибавил на компьютере уровень звука. Значит, трансляцию сейчас я снимаю на видео с этого из интернета. Вот изображение выводится сначала с компьютера на дисплей компьютера, а в компьютере значит, изображение поступает с веб-камеры, которая установлена, как и в других гнездах, вот в гнезде этого черного аиста. И адрес этой страницы снизу, в самом низу, там в левой стороне написано. Мелким шрифтом, но можно разобрать. Всегда, когда включаю я эти, значит, съемку или просто трансляцию без записи на видео, то вот, поскольку дисплей фотокамеры маленький, 10 дюймов, ой, не 10 дюймов, 3 дюйма, то навести резкость в этой видеосъемке мне приходится с помощью увеличительного стекла. И вот я беру это стекло, смотрю эти цифры, название сайта, это сайт www.ldf.lv, это одна страница, и другая страница www.dabasdaty, одним словом написано, также .lv. И далее правее можно увидеть 24 FPS, это значит 24 кадра в секунду ведется запись. Вот смотрю, сегодня она колеблется, вообще-то ведется с частотой вот 25 кадров в секунду. Сейчас в правом углу вверху появилось какое-то насекомое, которое на веб-камере приземлилось, на мгновение там появлялось. Ну вот, значит, это 24 сейчас кадров в секунду снимает это, частота кадров, смены кадров. Вот сейчас в левой стороне какая-то букаха путешествует там по веб-камере. Так, и далее мы видим, что 02, 05, то есть 2 мая, и 2020 год. И далее там указано число 12, ой, не число это, время 12 часов 41 минута. И там 25, кажется, секунд, ну, меняется. Но тем не менее, вот он уже, когда поворачивает этот черный аист голову вправо или влево, то уже заметны эти переливы цветные на перьях, красивые. Вот, когда он поворачивает голову, с
прекрасным своим клювом. Он очень, ну, очень-очень красиво выглядит. Ну вот, когда встанет. А сейчас он хвостом к видеокамеру, к видеокамере находится, и даже чуть-чуть пропорции его тела, ну, изменяются, неправильным становится, потому что всегда на объективах, когда съемка ведется с близкого расстояния, вот встает, завершил перышки, то та часть тела, которая близко, ближе к веб-камере или к фотокамере любой, к видеокамере, то эта часть непропорционально увеличивается. Так мы иногда видим фотографии, сделанные с близкого расстояния от фотокамеры, то нос становится несоизмеримо, непропорционально большим. То есть черты, значит, лица деформируются как бы с близкого расстояния. Ну вот сейчас он привстал, вот, и уже немножко пропорции стали более, ну, более правильными. Вот. Спит аист обычно, и вот какое-то насекомое по веб-камере ползает красного цвета. Может быть, это божья коровка. Ну вот, улетел. Куда-то улетел. Наверное, туда, где лягушки живут.